Курская область получит грант от правительства России – почти 170 миллионов рублей. Наш регион занял 16-е место в рейтинге, то есть вошел в двадцатку субъектов федерации, достигших наилучших результатов социально-экономического развития. Продолжительность жизни курян, доходы, занятость населения, уровень безработицы, а также отношение населения к деятельности руководства области. Это лишь несколько критериев, по которым оценивался регион. Учитывалась динамика развития. Не результат достигнутый. Скажем, за отчетный период, но мы говорим о 2012 и прошлом 2013 году, то, как программно, целенаправленно руководитель региона, наш Александр Николаевич, ведет свою организационную работу. В данной оценке учитывалась работа за предшествующие 4 года. Оценка, которая применена сегодня в работе, рассчитывает динамику движения. И вот на сегодня, с учетом всех этих показателей, за итогом 2012 года мы входим в двадцатку лучших регионов по Российской Федерации и по итогам 2013 года. Таким образом, за 2 года регион получил около 430 миллионов рублей. Они не имеют целевого назначения. Сумма внушительная, ведь для примера средняя стоимость детского сада составляет 140 миллионов рублей.